По тебе не надо плакать, а лить град слез из разлуки. Каждое мгновение истекает кровью, каждый вдох должен стать воплем. Как жаль. Как жаль. Как жаль, что эти глаза, которые все открыто видели, были наполнены светом и теплом, теперь по ним льют слезы. Эх, сын. Эх, птица, летающая вольно. Ты как стрела вылетела из лука. Теперь и лук плачет по тебе. Входи. Султанша. Я не знаю, как это сказать. Не знаю. По приказу повелителя, мне поручено увести вас отсюда. Оказывается, это мое наказание. Что приказал султан Мурат? Отобрать мою жизнь? Валиде! Что происходит? Или мой брат отдал приказ о вашей казни? Пусть несет ветер эти слова султанша. Все не так, как вы подумали. Наша Валиде Султан по приказу повелителя некоторое время побудет в темнице. Не хватало того, что он казнил моего брата, а теперь вас бросают в темницу. Валиде, что бы там ни было, вы ведь Валиде Султан. Это же оскорбление. Какая польза, если мы будем противиться Атике? Мы смиримся. А твоя обязанность присмотреть за Ибрагимом в мое отсутствие, защищать своего брата. Ты поняла? Какие дни мы переживаем, Валиде? Не плачь. Ты должна быть сильной.
Султанша? Султанша, если вам что-нибудь понадобится, то достаточно сказать об этом стражникам. Я исполню все. Оставь меня одну. Султанша, вы ведь не рассердитесь на меня? Я бы предпочел отдать свою жизнь, чем приводить вас сюда. Вы это знаете. Но я знаю, что однажды вы выйдете отсюда. И я это сделал, чтобы иметь возможность быть рядом с вами в тот день.